Приветствую, друзья, на канале Real Constructor Stas. Сегодня на канале первый взгляд на мой новый процессор Ryzen 5. Как всегда, это покупка, а не рекламный товар, и стоимость составила $166. Всю жизнь пользовался Intel, но в этот раз не выдержал и решил выбрать старый, проверенный и надежный сокет AM5. Микроархитектура Zen 4. Технологический процесс 5 нанометров. Как говорится, part number 100-1400-1591 box. Этот процессор самый дешевый и бюджетный на рынке, по моим запросам, на момент покупки. AMD Ryzen 5 84200F. 6 ядер, 12 потоковых процессоров, 4,7 ГГц в бусте и 4,2 ГГц базовая частота, без графического ядра. Открываем упаковку и смотрим содержимое. Сегодня и на ближайшие несколько лет я выбрал Ryzen. Внутри блистер с процессором и фирменной наклейкой для коллекционеров. Лично я все наклейки клею на системник. Пластиковая форма, в которой лежит документация. Коробок с фирменным вентилятором охлаждения. Упаковка без опознавательных знаков с одной лишь наклейкой. Это все, что входит в комплект поставки. Документация представляет собой инструкцию по установке процессора и сборку системы охлаждения с картинками, а также много букв, которые никто никогда не читает. Открываю упаковку с системой охлаждения, которой гарантированно хватит для охлаждения этого процессора. Сверху прозрачный пластик прикрывает вентилятор, а снизу пластик предохраняет от повреждения нанесенный на радиатор слой термопасты. Ничего лишнего. Дальше больше. С вами был Real Constructor Stas. До новых встреч на моем канале.